Ну что, Скрэч, это та самая деревня, о которой я тебе и говорила. Так, и что там происходит? Я же тебе объясняла, там происходит какой-то фестиваль местных обжор. Мы должны с тобой узнать, что это за фестиваль и выиграть кучу призов. Какой фестиваль обжор? Ну слушай, в обжорстве нам нет равных. Мы с тобой съедим вообще все и всегда. Так что можно, в принципе, и поучаствовать. Так, а я тебе о чем? Мы с тобой с топутняк выиграем и получим какие-то крутые призы. Наверняка там будет Мерседес и замок. Да какой Мерседес в фестивале обжор? Я думаю, там не будет таких крутых призов, хотя, кто знает, это ж Майнкрафт. Ладно, хотя бы алмазную кирку пусть дадут, я уже буду счастлива. Нам нужно найти какого-нибудь человека, который шарит за все вот эти вот фестивали. Ну, типа, главный по деревне, старейшина. Ну, давай посмотрим, я думаю... Во, смотри, какой-то странный в шапке в зимней. О, это, походу, есть тут самый главный дядька. Да я тебя подтолкнул. А я тебя оттолкну от него, я сама с ним поговорю. Ты стой тут, и я беру все на себя. Не-не-не, мы вместе с ним поговорим. Дядя, здравствуйте, я хочу узнать про фестиваль обжоры. Ну и мой коллега, так сказать, тоже. Привет, путники. Сегодня в нашей деревне проходит конкурс. Кто первый потолстеет, получит секретный приз. Хотите поучаствовать? А как толстеть? Вы будете получать различные задания, за выполнение которых вы будете толстеть. Так что, вы готовы? Да, капитан. Я не слышу. А, кто? Что, капитан? О, ваше первое задание. Пожарить и съесть картошку. Вот это, конечно, изи квест. Так, хорошо. Скретч, у тебя есть картошка? Давай, я знаю, у тебя есть картошка. У нас даже печки нет, какая картошка, Фласка? Причем тут печка? Вот какая связь между картошкой и печкой? Тебе помочь добыть? Давайте. В смысле? Нам нужно пожарить картошку, а без жарки картошки мы не сможем съесть жареную картошку. Тут по факту, давай крафти. У тебя еще топор есть? Да, и каменная кирка. Ты издеваешься, а я люблю крафтить, чтобы он ломал. В смысле? Я же помогла тебе сломать каменным топором своим. О, господи, Фласочка. Так, ладно, раз у тебя есть кирочка, пойдем с тобой добудем немножечко булыжника и сделаем печу. Так, ладно. Где найти була? Я тебе сейчас покажу, где раки зимуют. Скрэч, кто-то напал на нас, походу, уже. Ага, кто напал? Кстати, тут верстак есть. Иллюминаты. Да, давай, иллюминаты. Скрэч, я взяла, я, так сказать, стырила верстачок. Теперь нам нужно с собой найти печку. Наверняка в каком-то из домов есть печь, а я тебе попу ставлю. А почему здесь котенок на поводке? Это поход для меня, киса, 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 киса. А где поводок? Поводок, дай, Скрэч, дай поводок, Скрэч, лови кота. Лови кота! Где кот? Я ищу вообще печку, потому что нам нужно... И вообще нам с тобой картошку еще нужно найти. Скрэч, ищи картошку. Она тут растет вообще? Я думаю, растет. Просто где-то, наверное... А может быть, в доме, в сундучках найдем. Я тут все грядки разворошил жителей. Жертвенник культурный зверь, это мой новый квест. О, милый котик. А я тебя чем? Черный такой, с оранжевыми глазками. Милашка. Так, все, ладно, погнали с тобой найдем, потому что я не вижу вообще ничего похожего на картошку даже. Да, что-то трэш. А какая деревня? Деревня бедная, тут даже нету ни печки, ни сундука. О, печь! Так, а что нам делать? Это плавильная печь, по-моему, здесь нельзя картошку жарить. В смысле, плавильная печь наоборот, в ней можно готовить. Что, серьезно? Ну, сейчас как раз таки протестим. Единственное, что нам нужно. О, картошка, Фласка! Где картошка? У меня две картохи. Так, смотри, тестим. Ставлю печу. Видишь, я ж тебе говорил. Ну зачем эту штуковину? Я тогда сперла у жителей, если оно не работает, оно бесполезное. Так, нужно добыть просто 8 булыжника, давай, потому что я хочу потолстеть. Мы сейчас с тобой вообще не толстые и весим всего 60 килограмм. Я вижу там этот источник вечной молодости, Скрэчи. Это вообще руинный портал, какой источник вечной молодости? Я так и сказала. Руинный портал. Я топорчик заберу и, ну ладно, нагрудник это будет твой. Скрэчи, я сейчас нам надыбую и булыжник, я уже в дырочке, уже добываю, так, два. Скрэчи, жди, я сейчас все добуду. Я кушать хочу. Да, давай, пока я работаю, ты сидишь и ждешь, пока я выберусь. Да, Скрэч, бесполезный, впрочем, как и всегда, ничего нового. Так, в смысле, у меня кирки нет, я могу пока своим золотым топориком подобывать дерево. Зачем нам твое дерево, Скрэч, я вылезаю из дырочки. Давай, нам нужно выполнить быстрее первое задание. Интересно, а мы вдвоем с тобой участвуем или кто-то еще? Честно, без понятия, я думаю, какие-нибудь жители в деревне. Так, печь готова, Скрэч, давай, суй сюда картоху. О, картошку засовываем, досочки засовываем и погнали переплавлять. Смотри, кто заберет из нас первую картошечку? Погоди, а у нас квест был именно съесть ее? Погоди, каменный век, пожарить и съесть. Есть, вот. Да, все, я забрал одну картошку, жду, пока переплавится вторая и скушаем с тобой. А давай ты скушаешь первую, и мы посмотрим, насколько ты станешь толстее, чем я. О, кстати, вон твоя картошка лежит. Давай, ешь. Я кушаю картошечку и, о, поздравляю, вы потолстели на один уровень. Ну, слушай, у тебя знато так щеки-то пополнили от картошки, А все, потому что на масле ты ее жаришь, поэтому и пополнил, а? Да, ну, слушай, пока не особо заметно, но мы всего выполнили один квест, точнее, я выполнил. О, а сколько у меня килограмм?
килограмм над головой написано. 70, а у меня? У тебя 60. На 10 килограмм за картоху, ты чё? Да капец какой-то, а теперь мне нужно поймать рыбку. Поймать рыбку? Так погоди, это нам что, где-то удочку что ли взять? Или погоди, поймать, не обязательно же удочку, можно и словить просто. В смысле? О, кстати, возможно, не обязательно удочку. Я бы сейчас потолстела, но я вообще не хочу есть, я хлебом наелась, капец. Да, а я уже, блин, такой голодный, у меня 4 куска целых не хватает. Не знаю, но у меня есть обычный картофель, повисший. Да ладно, рыбку поймать надо, ну, давай картошку, давай. Да ты уж определись. О, у меня, кстати, 2 жареные картохи. О, спасибо большое, сейчас я покушаю, а то я реально проголодался немножко. Пойдем с тобой, уже наконец-таки найдем рыбку и поймаем ее. А тут что, нету рыбы? Нет, а может тут в пустынных вон этих рыба. Не водят? Где? Да там не было ее только что. Погоди, а нам какая рыба нужна? Лосось или треска? Так я думаю, любую, если написали поймать рыбу, то любая, я вот эту поймаю. Давай, ты, может, покушаешь? Да не хочу я есть, что я сделаю с этим? Давай, лови, лови, лови. Я просто, если поймаю ее, я потолстею еще немножко. Так, подожди, рыбочки, идите сюда, и все. У-ху-ху-ху, фласочка. Ну-ка, давай посмотрим, насколько ты стал пухляшечкой за рыбку и картоху. Поздравляю, вы потолстели на один уровень. И я, по-моему, уже прям заметно толще, чем ты. Это тупо я, когда возвращаюсь от бабушки летом, ну, после летних каникул. Я, кстати, еще и медленно как-то бегать стал. Ты серьезно? То есть теперь я быстрее? У-ху-ху, Скретч, ну ты, конечно, трэш, Кстати, ты не стал сильнее. Почему я должен стать сильнее? А мне кажется, оно раньше вроде бы так работало. Ты где броню себе надыбал? О, я хочу есть, Скретч, ты готов? О, наконец-таки, Фласочка сейчас тоже потолстеет. Давай я слежу за тобой внимательно. Давай, следи, как я толстею. Раз, два. Давай, кушкой, кушкой. И, о, прям на глазах потолстела. Вы потолстели на один уровень. Теперь мне надо поймать рыбу, Скретч. Теперь беги за мной, не сражайся с мобами. Смотри на то, как я буду ловить рыбу. Ну ладно, я просто хотел нас спасти, защитить от зомбачков. Все дела, ну ты понимаешь. Скретч, я вижу риску Скретчи. Я сейчас... Короче, мне стоит ее просто победить, я автоматом потолстею, типа так? Ну, я потолстел, когда она у меня в инвентарь попала. Так, так, так. И, о, сварить грибной суп и съесть его. А что тут все связано с едой, не понял? Ну, потому что это же фестиваль обжор, как ты сказала. Видимо, нам нужно реально просто-напросто толстеть. Так, ладно, хорошо. Значит, сейчас нам нужно с тобой скрафтить миску, пойти найти красный гриб и серый гриб, да? Коричневый вроде бы называется. Ну да, но в принципе это не так сложно, только... Где мои все доски, интересно, делись? Слушай, я не знаю, где все доски? Вообще не знаем, где все доски. У тебя ривер! А я что виновата? Ты мне их дала, я еще и виновата? Давай, ставь верстак! А зачем тебе верстак? Я не понял. Не рискуй скрафтить. А, давай крафти. Тебе тоже? Да, спасибо. Все, теперь мы с тобой отправляемся на поиски грибов. Ёшкин ты кот, погоди, а где... Это нам надо найти свой грибной лес, это же капец как сложно. В смысле, не обязательно грибной лес? Вообще-то грибы в болоте растут. Или найти болото, так болото тоже редко находим. Ну, короче, ладно, ребят, сейчас пойдем с Флачкой искать болото, там все дела. Ну и как, найдем, тогда и будем толстеть. Короче, ребят, мы с Флачкой нашли шикарное место. Здесь и грибы, и болото. Да болото-то нам не надо. Нам самое главное вот этот вот гриб. И еще серенький гриб нужно найти. Так серенькие грибы вон под деревьями в болоте в этом обитают. Ага, только, а что смысл нам бегать под этими деревьями и их искать, если мы можем просто запрыгнуть на вот эту шапочку? Бам. О, здесь есть и коричневый гриб. Слышь, что там мне не выпадает, там что? О, выпал, с каким-то маленьким шансом, походу, выпадает. А мне топор сломался, блин. На, делаю эти там булыжник так и вот так. Зачем булыжник? Чтоб ты сделал нормальный свет топор каменный. А, я понял, спасибо. Вот, я тебе 2 грибочка скинул. Так, хорошо. Булыжник, 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 булыжник. Я что, Вася, булыжник? Я 2 только подобрал. Так, ну что, я готов крафтить миску. А у нас там было написано именно съесть, либо просто скрафтить. Скрафтить и скушкать, но я пока не голодный. Я тоже скрафтила. Так, и что тогда мы с тобой делаем? Ждем? А давай попьем друг друга. Ой, я проголодался. А я нет. Ой, я тоже, все, не бей, не бей, реванш. Я готов кушкать. Давай смотреть, как мы на глазах будем толстеть. Не, давай ты первая. Ладно, 1, 2, 3. Я смотрю и... О, прямо побухлела. Да, я потолстела на целый один уровень. О, поздравляю, вы потолстели на один уровень. И ваше 4-е задание — поймать кролика на поводок и привести его в деревню. Так, погоди, то есть нам нужно сейчас обратно бежать в твою деревню? Ну, походу, потому что я... А, стоп, у тебя же поводок есть у котика. А где котик? А где поводок? Там же не котик. Да блин, ну да, походу придется возвращаться в деревню, но вроде как она недалеко, так что можем отправляться. Ну, Фласочка, ты, конечно, могёшь, так запомнила, где деревня находится. А то ж, я что, та еще провора, я знаю. Я все запоминаю, пока резина, а там что такое? Смотри, здесь это лошадина на поводке. Блин, сперва. Ты что, хочешь отцепить чужих лошадей? Ну и чё, у нас задание — поймать кролика и привезти в деревню. Слушай, а где мой кот с поводком? Я не знаю, он убежал, походу. Это странно, походу от меня Барсик убежал. Ребята, скидываем деньги на нового Барсика, ссылочка в описании. Ладно, шучу, ссылки нет, привет. Господи.
дороги. Тут, кстати, рядом есть пустыня, в которой мы можем поймать тех самых кроликов. А они только в пустынях бегают? Кстати, ребят, мне тут стало интересно, есть ли у вас какие-либо домашние животные? Если да, то напишите в комментариях, какие и как их зовут. О, вот это, слушай, интересный вопрос. А у тебя, Скретчи, есть кто-нибудь? Да, у меня есть песики. А у меня нету песика. Грустно. Да у меня, в принципе, есть ты, мне тебя хватает. Ты чё, я не песик? Я не говорила, что ты песик, ты сам себя в псы записала. Господи. Короче, все, а ты кролика видишь хоть? Ой, вижу кролика, вижу где, кролика. Где, вообще ни одного не вижу. Где, Скретчи? Я увижу. Скретчи. О, я поймала его. Все, погнали с ними в деревню. Посмотри, какие милашки. У меня сорочной кролик, назову его Барсик. И что, нам просто подвести к этому жителю и задание выполнится? А ну-ка, так, кролики. О, у меня выполнилось. Погоди, может их присобачить надо? Я даже не присобачивал, у меня выполнилось. А у меня только когда присобачило. Мы весим по 100 килограмм с тобой. И мы с тобой какие-то прям заметно медленнее стали. Ничего, зато мы с тобой выиграем суперприз. Наверняка там будет вся эта деревня в подарок. Да. О, следующее задание — скрафтить котел, и для этого мы можем зарубить вот этих големов. Все, 7 железа. Ты что, рофлишь-то одного 7? Не, у меня 2 было из руинного портала, и 5 с него выпало. А, понял, тогда нормально. Погоди, а сколько на котел надо? На котел 7 нужно. То есть на один есть, на второй котел нам не хватит, по всей видимости. Фласка, давай сражайся, сейчас добудем на второй, не переживай. И ты тоже потолстеешь. Ой, в смысле ты тоже? Вообще-то я первый потолстею, ты меня понял? Сколько железа выпало? 5. С 2 големов 10 железа, прикинь. Офигеть, вот это нам повезло. Погоди, а где нам еще 2 кусочка-то найти? Че, под себя копать? Все, Скретчи, я пошла, пока. Да куда под себя? Вон, подожди, гора есть, на которой много всего по-любому будет. Погоди, Скретчи, тут голем появился. О, еще один, давай, погнали, все. Только на меня не переключайся, пожалуйста, братишка. Все, сразился. Так, давай мне 2 штучки. А, 8, прикинь, 3 штучки выпало. Как о, раз. Неплохо. Зачем я скрафтил верстак? А как котел делать? Я сделал котел. Короче, выкладывай как печку, только вверху без кусочка одного. О, я потолстел, Скретчи! 110 килограмм, капец ты пухляшечка. А почему он потолстел из крафта? Котел, не понял, а в чем связь? Не знаю, ну, нам же житель сказал, что за задание мы будем толстеть. И смотри, я уже еле-еле запрыгиваю на один блок. Погоди, мне кажется, мы самые толстые в этой деревне. Мне кажется, мы уже выиграли. Может быть, пойдем за призом? Да, еще мне кажется, рановато. И, кстати, следующее задание — подстрелить курицу с лука. И где мы с тобой лук надыбаем? Жесть, задания сложные. Да, в смысле? Из скелета выбьем стрелу, а 3 паучков убьем и получим лук. Погоди, давай разберемся с тобой с лучниками. Maybe нам с них выпадет, и не нужны будут твои паучки. Давай, погнали! И вообще, даже стрела не выпала. Даже стрела не выпала, трешня, что так сложно? О, как хорошо, что зомби мимо меня прошел и пошел на тебя. А вот и курицы, которых мы будем подстреливать. Курицы есть, лука со стрелами нет. Ну, а есть паук. Ну и что нам паук? Сейчас паутинку с него. Во, все, 2 паутинки уже есть. Это так круто, погоди, а где нам это взять-то? Стрелы нам еще нужны, трэш, где зомбики? О, эти лучники. Кстати, нам хватит и одного лука на двоих. Да это-то понятное дело, но у нас даже стрелы с тобой нету. Но стрелу сейчас выбьем, не переживай, я скрафтил верстак. Давай, скрыть. А зачем? У меня 2 верстака в инвентаре. Да, ну теперь 3 будет. Я лук скрафтил просто. Нам просто 2 стрелы нужны и все. Вообще 0 стрел, у меня сломался мой топор. Зомби апокалипсис, скажи, Скретчи. Смотри, там 4 зомби появился. Мне то, что он за мной, зомби-армагеддон, бежит. Давай, Фласка, беги от них. А что мне делать? Мне даже сражаться нечем. О, скелеты друг с другом перестреливаются. Сейчас будут у нас стрелы. Ну-ка, давайте, пацаны. Мне кости к одни выпадают. Я стрелу добыл. Молодец, и что нам твоя одна стрела? Нам нужно таких стрел. О, еще один лучник. Нам нужно всего 2 стрелы. Мы курицу пару раз тыкнем рукой, а добьем стрелой. А ее прям нужно добить? Ну, победить курицу с лука написано, подстрелить. О, и лук, и стрела выпала. О, и даже крафтить не надо будет. Так, на лук и на стрелу. О, халява, спасибо. Ну, в принципе, у лука урона хватит, чтобы курицу с одного удара убить. Так, хорошо, если хватит, тогда, в принципе, даже бить ее не надо. Фласка, смотри, сейчас я подстрелю курицу с лука, готова? Ну, давай. Или одновременно сделаем, смотри, сколько куриц. Так, погоди, может ее в дырдочку лучше спустить? В дырдочку, да, и так нормально будет, я думаю. Да я знаю, что ты криворукий, не попадешь, давай, в дырдочку, о, давай. Все, давай, 1, 2, 3, и о! Точно в цель, что такое? Я попал! Все, давай, теперь ты подстреливай курицу. Сейчас сделаем тебе это. Ой, блин. Да что ты делаешь? Все, давай теперь эту. Так, копай под нее. И бамс! Мне дали изумруд!
изумрудик! Мне тоже, и мы с тобой... Потолстели на столько килограмм ради одного изумруда? Ага, это типа, что ты думаешь? Ну, мне написало заданий больше нет! Ты что, серьезно? Мы с тобой потолстели на целых 70 килограмм ради одного изумруда? Походу, да, и... А как худеть теперь? Я не знаю. Может быть, в зал пойдем? Ну, походу, придется идти в зал. Короче, ребят, если вы хотите какой-нибудь ролик по похудению, то пишите свои идеи в комментариях. Ну, а на этом, я думаю, можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну, а с вами были Флосочка и Скрэч. Всем удачи и пока-пока! Пока-пока!